и найти противника вне, чем разобраться, что происходит и почему происходит у тебя в стране. Это самый легкий путь. Поэтому, когда спрашивают о том, какова роль правительства в проведении подготовки выборов, в первую очередь, это ситуация, связанная с нашей дальнейшей совместной работой по разрешению югославского кризиса. Я хотел бы также снять ряд напряжений, которые возникли, в том числе в администрации США, у представителей Международного валютного фонда, Мирового банка, по поводу позиции России об оказании помощи Югославии. Я бы не стал смешивать два понятия: режим Милошевича и страдающий и от него, и от бомбардировок, и от сложного экономического положения большая часть населения Югославии. Вот. Но при всем при том, тем паче, что послезавтра мне самому придется участвовать и в Сараево во встрече ряд государств, которые будут оказывать помощь восстановлению Косово и оказанию гуманитарной помощи Югославии. К зиме мы встанем на грань гуманитарной катастрофы в центре Европы. Нет дорог, уничтожены все промышленные предприятия, нет водопровода, нет газа во многих местах. Спасибо. Ну что с вами сделаешь? Придется поздороваться еще раз. Thank you. Thank you. Well, we had a very constructive meeting, and I confirmed to Prime Minister Stepashin the very positive feelings that we have to his administration and his government's efforts to face up to the structural issues relating to the development of his economy. Grow this year as some have to. И шансы того, что эти реформы сработают. Thank you. Спасибо. Thank you very much. Thank you.